Необходимость появления корпоративных ценностей появилась в конце октября 2014 года после преобразования корпорации «Казахмыс», в которой трудилось около 60 тысяч человек, в маленькую компактную организацию «Казминералс», в которой сейчас трудится около 10 тысяч человек. Перед новой молодой компанией стоят новые задачи, новые цели. Для того, чтобы выполнять эти новые задачи, мы решили, что мы обязательно должны внедрить корпоративные ценности. В результате интервью определилось 5 ценностей. Это безопасность, долгосрочная эффективность, честность, профессиональное развитие и командная работа. Лично для меня долгосрочная эффективность означает жизнь нашей компании на долгие годы вперед. Как вы знаете, в портфеле нашей компании на сегодняшний день есть такие активы, жизнь которых будет на минимум 50 лет. Если мы говорим просто о горном рабочем, который является оператором какой-либо горной техники, для него долгосрочная эффективность означает думать о том, как он будет работать завтра. Если он будет добросовестно и бережно относиться к технике, на которой он работает, это значит, у него будет повышенная производительность труда. Это значит, он будет получать больше зарплаты. Это значит, что завтра у него будет стабильная работа. Для мастера участка долгосрочно означает думать на месяц вперед. Если мастер участка будет решать забирать богатые участки, означает, что через год, возможно, у него фронт работ сузится, и ему будет тяжело выполнять план. Если мы говорим о директоре рудника, он должен думать на год вперед и думать о том, как он работает сегодня, где он будет работать завтра, какая техника ему понадобится через год. Для директора дивизиона горизонт долгосрочной эффективности – это несколько лет, от 3 до 5. Долгосрочная эффективность для высшего руководства означает думать о том, как компания будет выглядеть через десятилетия. Мы говорим о 10, 15, 25 годах. А нам предстоит работать в регионах присутствия не один десяток лет. Давайте продумывать наши шаги на долгие годы вперед.